Всем привет, друзья, канал Мусолинг. В работе у нас BMW X6. Автомобиль приехал к нам сделать жидкие подкрылки. Показываем готовую, обработанную переднюю арку. Максимально обрабатываем поверхность. Наносим мы данный компонент с пульверизатора. Толщина достигает 4 мм. Также он служит защитой металла от коррозии и ржавчины. Ждем, пока подсохнет. Чтобы собрать подкрылок, установить на место колесо. Ну а пока ждем, мы обрабатываем штатные подкрылки таким вот мембранным шумопоглотителем. Так выглядят наши жидкие подкрылки, шумоизоляция лакиров на автомобиле. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!